Готовим слоеное тесто, а из него уже хачапури. Готовим слоеное тесто. В миску наливаем холодную воду, растительное масло, яйца, уксус яблочный, лимонная кислота и соль. Все это хорошо перемешиваем. Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Сначала вот так, потом руками. Тесто разделяем на 4 части. Формируем из них колобки. Накрываем и оставляем на полчаса. Раскатываем тесто. Тесто раскатали. Сейчас смазываем маргарином. У меня вот такой. 75% жирности, можно и больше. Смазываем тонким слоем. Смазываем еще. И вот так делаем каждый кусочек.
открываем и отправляем в морозильник на полчаса. И так еще 3 раза повторяем. Раскатали тесто последний раз. Отправляем в морозильник на 40 минут. И тесто готово к использованию. Накрываем. И в морозилку. А я из этого теста приготовлю хачапури. Сыр натираем на мелкой терке. И отправим в морозилку. Раскатываем тесто тонким пластом. Нарезаем квадратами. Края смазали яйцом, положили начинку и накрыли. Сейчас кладем противень. И сверху тоже смазываем яйцом.
Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 200 градусов до готовности. Оставшееся тесто заворачиваем в пищевую пленку и убираем в морозилку. Тесто можно хранить до полугода. Вот что у нас получилось. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!